Что вам известно о чистокровных? О предках полукровок? Это древние существа, которые такими... Опорная конструкция обрушилась! Сюда! Какая галантность! Я сражалась с ними в Чханси. Объединенная индийская компания, их агент. Если вы так уверены, представьте доказательства. Подземная система расширяется. Вместе мы сможем это сдвинуть. Я готова. Сюда. Выход там. Стойте. Тут кто-то есть. Рабочие. Тихо. Вперед. Скорее, прячьтесь. Кто идет? Это частная собственность. О, этого я и боялся. Свернул не в тот туннель. Вы кто такой? Еще один заплутавший путник в этом адском городе. Вы не подскажете, где я? Black Wall Yard. Доки индийской компании. О, конечно, не там, где надо. Ну что ж, возвращайтесь, как пришли. Опять по туннелям. Но ведь куда проще подняться на улицу, вы не находите? Лезьте назад! Не бойтесь, он отдыхает. Хотя голова потом немного поболит. Смотрите, вот улица. Город расширяет набережную. Владелец некий С. Лоутон. Помогите-ка. Я готова. Черт, вагонетка не на том пути. Тут должен быть рычаг управления. Давайте сначала отодвинем вагонетку. Я готова. Thank you.
Помогите-ка. Я готова. Еще чуть-чуть. Все, стойте. Здесь можно забраться наверх. Хорошая мысль. Там можно перебраться. Осторожней. Не оступитесь. Дайте руку. Я отопру ворота изнутри. Так, залезайте. Скорее, патруль может пройти с минуты на минуту. Да подождите же вы! Снайпер! Ну, что дальше? Вы и теперь хотите обойтись без убийств, рыцарь? Не высовывайтесь! Я придумаю, как добраться до снайпера! На улице никого. Оставайтесь на месте, я с ним разберусь. Thank you.
Черт побери! Это не ответ. Погодите! Я почти на месте! Вперед! Не могу вытянуться! Надо перезарядить! Вперед! Я обеспечу прикрытие! Тогда не подставляйтесь под пули! Охранник нейтрализован! Вперед! Я прикрою! Позади!
дальше. Получилось по-хорошему. Черт возьми, мне не до шуток. Ваши доказательства. Где они? Терпение, рыцарь. Уже скоро. Давайте-ка найдем выход. Согласна. Здесь оставаться нельзя. Индийская компания закрепляется на новом континенте. Нужно найти другой путь. Может, получится открыть с той стороны. Может, подъемник еще работает? Я приближаюсь к платформе. Вроде достаточно близко. Это я беру на себя. Давайте наверх. Попробую достать отсюда до подъемника. Я займусь цепью. Можете дотянуться? Я справлюсь. Рыцарь, сюда! На счет три. Раз, два... Они здесь, быстрее! Берегитесь! Закрыть дверь и выпускать их! Сотрудник компании убит. Зарезаю! Внимательнее!
Угроза миновала. Пока что. Мы ходим отсюда. Им не сюда. Понять. Здесь хватит места, чтобы пролезть. Говори при нем. Дай вину. То же, что на воздушном судне. Груз везут в Америку и Вест-Индию. Сколько? Вдвое больше, чем в тот раз. Наверстывают упущенное. Груз не должен попасть на новый континент. Это не все. Охрана будет на чеку. Его упомянули. Они будут ждать. Мы еще можем успеть. Кого они упомянули? Один из ваших лордов. Если он придет навстречу, тогда сами увидите. Всех действий Ордена. Как удобно, правда? Вы ищете заговор там, где его нет. Взгляните на груз, тогда и поговорим. Рани. Киапку аспевиш вазе. Вагенаки тахехе самаджеки патоке. Того за росонига. А гарус не нейм батмани то? Или мы его убьем? Рани Чханси. Опять я вас удивляю. Прославленная королева-воительница, бросившая вызов нашим войскам в Индии. Говорили, что вы погибли в Гвальяре. Говорили, что вы погибли в Гвальяре. Чем больше меня недооценивают, тем лучше. Я давно уже не бывал в Ост-Индии. Новейший корабль во флоте компании. Вот. Как раз идет погрузка. Мы не можем позволить им вывести эту мерзость. Скорей! Выход в той стороне. Я думал, в компании больше платят и меньше риска, чем в армии. Все не так. Ну, то есть платят, правда, лучше. Но уж очень неспокойно. А мне говорят, что просто баба. Ого, да пошел ты. Да ладно, брат. Что ты ожидал? Почему нас по-твоему наняли, а? Доки охраняют. Рани, тут слишком много охранников. Все это мы уже не раз видели. Разве не будет вызвать подкрепление? Погодите. Сначала нужно найти груз. А когда найдем, что надо делать? Разберемся с этим, когда придет время. Пока нужно соблюдать осторожность. Да.
Дэви, ты будешь охранять наш путь к отступлению. Рани, я пойду с тобой. Мой долг защищать тебя. Дэви, это приказ. Все сюда. Через корабль мы сможем пробраться на главный склад. Я подниму платформу, а вы покараульте. Все, выше не поднять. Садите. Я посмотрю, что там. Очень много охраны. Действуем тихо. Не расслабляться. Если обнаружат бунтовщиков, наша задача их убрать. Есть, сэр. Жду с нетерпением. Скорее. Что? Тут чужаки! Предупредите охрану Гастингса! Эти суки уже здесь! Уводите его, светлость! Охрана! У одного из них дискомет! Поражена!
Охранник убит. Бросаю осколочную! Охранник нейтрализован. На палубе никого. Идемте. Я согласна. Думаю, можно пробраться под палубой. Нам пора вниз. В любой миг может прийти подкрепление. Я тяну за этот рычаг, вы за тот. Готовы? Идемте. Скорее, перехвати! Поднимаются на борт. Готовьтесь. Придется пробиваться. Отвлеки его, я пошел! Ближе! Граната! Граната!
их убит. Боец убит! Мало тебе не покажется. Да что ж такое? Неплохой выбор оружия. Это как раз не странно. Компания поставляет оружие всему миру. Вам не кажется странным, что охрана порта вооружена до зубов новой техникой? Сюда! Я дам знак. Прикрывайте меня. Никого. Это дурной знак. Тактическое отступление. Значит, скоро вернутся. У нас мало времени. Ну! Доказательства! Как скажете. Что дальше? Осмотрите груз. Ищите любые отметки на ящиках. Нам нужны ящики с маркировкой компании. Она должна быть сбоку. Красный штемпель. Нужен такой, до которого можно добраться. Вот он. Но мне не достать. Надо спешить. Как бы нас тут не застукали. Вижу метку, но слишком высоко. Нашел. Вот, видимо, это мы ищем. Помогите спустить. Лом. Смотрите, рыцарь. Вот зло, с которым мы сражаемся. Вампиры. Не верю.
Полукровки укрепляют позиции. Благодаря защите ликантропов в ваших краях, Гастингс и его вампиры сеют болезнь по всей... Лорд Гастингс не может быть с ними. Многие в районе Уайтчепел видели, как ваш лорд бродит по ночам, выслеживая падших женщин. Джек-потрошитель. Так его называют? А как, по-вашему, убийце удается так долго избегать сетей комиссара Дойля? Уайтчепел попросту стал их кормушкой. И сколько тут этих тварей? На целый город хватит. Боже правый. Надо уничтожить этот груз. Сюда! Тут есть горючее. Я подожгу. Готовьте следующий. Это готово. Готово. Сюда. Помогите мне залезть. Так. Сейчас найду, как вам подняться. Тут есть лестница. Еще канистра с горючим! Все! Этот можно поджигать! Перейдем к остальным. Хорошо. Они спалят, чертям, бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. Не могу высунуться! Оставайтесь в укрытии! Все горит.
внизу остались ящики. Нам придется спуститься. Прикрывайте меня, пока я поджигаю ящики. Уходит. Я тороплюсь, как могу. Сотрудник компании убит! Вот и последний. Заперто. Ликантроп! Убил.
Второй готов. Смотрите, тут есть дверь. Рани, ты там? Дэви, я рада тебя слышать. Рани, ты цела? Да, пока да, но быстрей, надо выбить дверь. Сейчас, сейчас. Что больше тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Наше дело сделано. Совет должен знать про этот ужас. Осторожней, рыцарь. Компания процветает благодаря друзьям в правительстве. Вы сами видели, что в ваших рядах есть предатели. Если бы все так и было, я бы заподозрил... Идет война против полукровок. Теперь их черному делу служит объединенная индийская компания. Помогите нам. Я рыцарь. Я клялся охранять страну, а не разрушать ее. Не верьте никому. Прощайте, рыцарь. Жаль, что мы встретились в таких обстоятельствах. Где вас отыскать? Шепните мое имя Уайтчепеле, и я приду.